А куда? На 9 этаж, как я мамку подниму, если мамка на ходулях ці ходить? І то, це так, вона це вийде сюди, посидить, воно ходулі стає. Оце вона мені сказала, вона в війну, говорить, родилася, війну тут прожила, говорить, німці таке не творили, ні одного снаряду не взірвалося в війну, що вона повна. Начинает по поселку палить, подвал спускается. Був перехресний бій, чи з одного боку лупили? Ні, ну коли в підвалі сидиш, там не бачиш, який бій був. Ну, вон окно вибито теж, ну, видно. Вон в дерево попало. Ну. Как пережили? Живем как зайцы. Живые. Живем как зайцы. Одно, как говорится, ухо на востро, одно. Ну, эту ночь было более-менее, поза ту ночь. И поза те ночи. Это было более-менее. Вот приехали забирать имущество, потому что мародерят. Мародерят, и буквально вот в течение суток уже, считай, половина нету. Половина уже нету. Вот. Обстановка, конечно, напряженная, потому что... Не знаем, что ждать сегодня, не знаем, что ждать завтра. Тяжко пережили, потому что... Еще больной. Он больной после операции, инсульт. Это тяжело было перенести. Очень тяжело было перенести. Подпрыгивала. Ой, хата подпрыгивала. Да, ну то по ее состоянию уже можно посмотреть. И что оно то. Что здесь я было? Больной человек, я не могу сейчас ничего. Вот спасибо соседям, что помогают. Соседская пришла. Это не наша. Здесь собак у нас. Завали. Люди поуезжали, собак поотвязывали. Собак полное село. У меня куча домов, куча хозяйства. Люди оставили на меня-то, как бросить тех собак, тех котов, тех коров, которые поставляли. Попросили люди. Вода прибывает, хоть вот битка есть хорошая. Ну я, одно слово сказать. Сейчас я чашку вынесу. Наводящий был, вот у кухоньку там и погреб завалился, все. Ну это можно с той стороны зайти подивиться. А второй уже конкретный, это был в саму кухню. Там на городе было, все оно там на городе взорвалось. Ну и там у нас снаряд торчит один, не взорванный. Полбеди, що там плита така грубо зроблена, а то б воно пробило. А я тільки з кухні вийшов, там поставив чайник грі. Тільки сюди зайшов, воно як шандарахнуло. І оглушило мене, і пищало в ушах таке, що, боже мой.